барьеры между тем, что вы хотели бы, как вы хотели бы станцевать, скажем так, вальс с сердца, да, и на самом деле, что, какая реальность, да. Пару моментов, да, вы не используете реальную силу мизинца, практически вот везде, где нужно играть уколовки, да. Здесь же ответственный уколовки мизинец. А вы всей рукой, в принципе, играете. Поэтому все жестко очень. Многие вещи получаются жестковато. Хотя вы пытаетесь играть очень мягко. Да? Попробуйте. Да. Попробуйте сыграть аккорды еще раз. Дальше. Да. Не
пытайтесь прыгать, не пытайтесь, вы знаете, я повторю те вещи, о которых вы знаете. Дайте ему прыгать. Все. Опять мизинец. Опять мизинец. Все мизинец, да. То есть... Здесь функция указательного пальца только направление смычку, потому что, естественно, да, вот я его направляю, да. А когда снятие, за счет мизинца. И важно не останавливать, не останавливать. Без левой руки, пожалуйста. Да, да. Идеально. Здесь просто координацию сделать с левой рукой и все. Да? Хорошо. Начало, пожалуйста. Самое начало. Самое начало. Ну, прямо вот с вашего вступления. Ти-ра-ра-ра. Естественные функции, да? Угу. Сейчас, пожалуйста.
дыхание, когда мы разговариваем или поем, нужно опять взять дыхание, выдохнуть и опять начать заново, да? Если мы говорим я па 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 а ди ди, вот так, такое ощущение, да? Пожалуйста. Па па па. Даже очень важны, когда переходим с позиции из позиции в позицию и не играем. Видите, да? Теряем соединение с инструментом, да? Играйте так бы смело, левой рукой все соединяйте. Глиссандо здесь. Даже в паузе, да? Поэтому учить можно здесь без пауз, а потом левую руку оставляете. Да? Пожалуйста, еще раз. Совершенно другое. То есть у первого варианта нет дыхания, а у второго есть, да? То есть есть музыка. Не, остановила. Да-да-да. То есть
просто проанализируем, что происходит, да? Вот скорость смычка. И продолжаем просто. Но ни в коем случае не останавливаться, да? Поехали второй. Нужно пытаться слушать свою вибрацию и из вибрации как бы продолжать вибрацию трелью. Да? Вот, чтобы не было такого. Да, это уже не Чайковский. Правильно. Вы играли первый раз, вы играли, ваша постановка была такой. Потом вы хотели сыграть на ступень выше, и вы сделали так. Но звук не изменился, потому что в руках ничего не изменилось. Да? Давайте будем делать все только руками. Да? Вот первый раз. Немножко, все немножко другое, и краска более глубокая, да? Но не будем компенсировать тело. Да, первый раз можно сыграть более полтанда. Не забывайте про раз, два, три, раз, два, три, играем по ноте уже. Все же вальс, идея вальса. Да, но не слишком, не передраматизируем, да? Дальше. Слишком много портата. Слишком много портата, да.
знаем, что Чайковский был оперным композитором, симфонист оперы, балет, все, мы вспоминаем, и образ, да? Пожалуйста, и фраза, мы играем, как говорим, как поем, да? Поехали. Строите ее крещендо, больше смычка, диминуто, меньше смычка, то же самое. Крещендо означает уже больше вибрации немножко, да, в верхних позициях, не так сильно раскачиваем, иначе будет уже более похоже на рыдание, плач, да, не всегда уместно. Да? Поехали еще раз, да. То есть крещендо больше смычка, диминуэндо меньше, да. Раз, два, три. Организация. 1, 2, 3. Раз, два, три. То есть это может быть. Раз, два, три. Но не может быть. Раз, два, три. Да, такой. Органично все. То же самое, как мы говорим. Мы строим речь и не выкрикиваем отдельные слова, а потом останавливаемся. Да? Это же невозможно. Да? Вот то же самое. Получается такой эффект
как будто двигаем рояль, а он там на тормозе, да? Вот такой немножко. Инерция есть, инерция, да? Тоже рояль подвинуть. Вначале трудно, а потом самка. Тоже самое. Петь это, да? Певец видит нотный материал в первый раз и думает сразу, о чем первое, где он возьмет дыхание, правда? Да? То же самое на скрипке. Где мы берем дыхание? Что значит на скрипке, на струнном инструменте брать дыхание? Даже на рояле. Играем определенное количество нот, а потом решаем просто взять дыхание. Не просто останавливаемся, просто расслабить мышцы и начать заново. Например, да? Центра тяжести, да, кульминации, да. И это можно выстраивать каждый раз по-разному. Тоже импровизировать нужно, да. В этом есть чудо игры на инструменте. Как мы тогда уже становимся певцами. Хорошо? Может быть, Паганини? Да? Хотите Паганини? Да? Спасибо.
Четыре струны есть, положение ми, соль. Здесь тоже, когда играем, тоже он должен, когда в верхних позициях, тоже. Он у вас абсолютно неподвижен, поэтому он застывает, и отсюда проблемы, да. Все время нужно следить за, вот подвижность должна быть здесь, да. Все время, а у вас все время так, даже когда играете на соль струны, двойные ноты, здесь нужно выносить, конечно. Особенно когда вибрируете, да? Ну как же можно вот так, да? Здесь мы приклеим ладошку к грифу, мы ничего не сможем проявить. Поэтому, когда будете учить, не так нужно заниматься капризом, как больше играть двойных нот, следить за вот левой рукой, играть гаммы. Вот, за этим нужно последить, да? Ну сейчас мы посмотрим все. Поехали еще раз. Ям, папарадарадам, папарадарадам. Не хватает итальянского такого лоска на итальянском языке. Немножко играйте более по-немецки. Ям, папарадарадам. Это пузырь. Ям, папарадарадам, папарадарадам. Думайте так, думайте так. Думайте, ям, папарадарадам. Немножко такой, такой путешествие.
путешествие, да? Идем. Папа-ра-да-ра-дам, папа-ра-да-ра-дам, папа-ра-да-ра-чи. Thank you.
давление смычка на струну, да? И там есть акценты «ди», «а», «ди», это портата «ди», 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 «ра». Можно пиано сделать, да? Хорошо, следующая вариация. Левая рука абсолютно точная, как молоточки на рояле. Да? И здесь не прижимайте еще раз. Переходы не дергаем. Медленно нужно учить. Большой палец идет, предупреждает, значит, движение, да? Все руки, да? Еще раз. Просто выдыхаем, да?
как бы получается естественное напряжение, когда мы вдыхаем, да, и расслабление, это тоже сам ти-ти-ра-пара-пара. И мы используем вниз гравитацию, да, то есть притяжение к земле. И-рам-пара-пара-пара. Здесь поднимаем вес. Да? Сопрано. Да. Во,
Спайдермен такой-то. Я, да. Игра на скрипке, это вообще левая рука должна быть. Спайдермен, да, все время. Больше заботьтесь про бас, потому что пустая струна, она и так будет слышна. Да. Вот, сейчас сразу правильный баланс, да, когда думаете про бас. Дальше да-да-да-да. Провибрировать одну нотку. Вот, вот, вот. Четвертый пальцем отрываю. Да, да. Чтобы пальцы всегда и в первой позиции, и в самой последней, да, в 57-й, падали с одинаковая траектория, чтобы не было вот такого или вот такого, да, чтобы все время в первой позиции так же, как идти, да, то же самое. И все, что для этого требуется, да, локоть выносится, да, естественно, здесь, с той стороны. То есть, в принципе, идея, что чем ближе подставки, тем легче, потому что ближе, виднее. Да, следующий вариант. Не торопитесь.
чтобы не было ступеней. Правую руку не останавливайте. Да.